Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина успешно окончила школу. Фотографиями с церемонии вручения аттестатов она поделилась в социальных сетях. Девушка выпустилась из московской школы с углубленным изучением иностранных языков, золотой медалью. При этом ей удалось успешно сдать единые государственные экзамены. За ЕГЭ по литературе она получила 100 баллов, а по русскому 97. Далее Вера планирует поступить в театральный вуз. К слову, для торжественного мероприятия дочь Началовой выбрала элегантное лиловое вечернее платье, которое шили по ее эскизам. На выпускной вечер пришли ее бабушка Таисия, дедушка Виктор, папа Евгений с супругой Ольгой и их детьми Артемом и Анжеликой. Все они сделали с юной певицей совместные фото и отметили, что очень ею гордятся.